В преддверии Дня матери сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели с учениками школы номер 5 тематический мастер-класс. Вместе с ребятами госавтоинспекторы сделали полезные подарки для их мам – брелоки в виде сердец, сов и светофоров из световозвращающего материала. Такой сувенир можно прикрепить, например, на сумку. Он поможет мамам стать заметнее в темное время суток и убережет их от ДТП. Ребята поняли и запомнили – забота о безопасности – способ выразить свою любовь.